Здравствуйте, уважаемые казахстанцы! С вами я, Анна Алявина. В такой непростой период для поддержания физической формы я вместе с телеканалом Хабар предлагаю вам несколько упражнений. Оставайтесь дома и берегите себя. Первое задание мы начинаем с шеи. Делаем круговые движения. Можно по 8, можно по 16 в одну сторону и также в другую сторону. Далее мы разминаем с вами плечи и грудной отдел. Вот такими движениями, тоже по кругу. И можно помахать руками, покрутиться. Следующее задание у нас скручивание корпуса идет. Хочу показать, как нужно правильно тянуться на шпагат. Значит, встаете на два колена, ставите руки вперед и ножку между ваших рук. И вот таким образом каждый день по чуть-чуть потихоньку вы тянетесь. Очень важно правильно растянуться, потому что очень многие сидят вот в таком положении. То есть ваша задняя часть, она должна обязательно касаться пола. Вот. Следующее задание у нас идет на пресс. Сгибаете ноги, опору делаете на стопы, ложитесь, руки наверх и поднимаетесь. Обязательно, чтобы спина была прямая. Еще задание на пресс. На 45 градусов корпус, ноги и одновременное поднятие. Продолжаем делать растяжку. Можно подойти к стене. И вот таким образом поднимаем одну ножку назад и прижимаемся к стенке. Можно потом поднять корпус. Можно развернуться в сторону, потянуть поперечный шпагат. Ну и в заключение не забудьте постоять на голове. Надеюсь, вам было интересно. Смотрите телеканал Хабар. Всем пока!